Тема урока. Традиционное национальное казахские блюда. Мастер производственного обучения Досмухамбетова Айнур Кайжанна. Цель урока. Отработать навыки приготовления традиционных национальных казахских блюд. Развивать умение рациональной организации своего труда. Умело использовать оборудование и инвентарь в процессе работы. Развивать умение оперативно мыслить и анализировать выполненные работы. Воспитывать любовь к профессии и добиваться высоких показателей. Инструктаж по технике безопасности и соблюдения личной гигиены. Необходимо надеть полагающуюся по нормам спецодежду, убрать волосы под головной убор, проверить, чтобы не было свисающих концов спецодежды, не закалывать спецодежду булавками, иголками, проверить исправность инструментов, приспособлений, оборудования. Убедиться в исправности токоведущих частей оборудования, проверить наличие и исправность защитного заземления, а также предохранительных ограждений и защитных щитков. При работе соблюдать все требования правил безопасности и предосторожности при работе с электрооборудованием, с режущими предметами. Здравствуйте! Сегодня у нас по программе «Азиформак». Для этого нам нужно мясо. Его промываем в холодной воде. Пока она у нас будет кипеть, мы готовим тесто. Это мука, соль, яйцо и вода. Требования к качеству. Внешний вид тонкий и сочный, нарезанный в виде ромба и квадратов 8 на 8. Сверху уложено нарезанное тонкими ломтиками мясо и прогретый в жирном бульоне репчатый лук. Отдельно подать в пиале бульон. Цвет бульона прозрачный. Мясо серый, сочный, белый с кремоватым оттенком. Консистенция мяса мягкая, сочный, непереваренный, эластичный. Вкус в меру соленый, характерный для компонентов, входящих в состав блюда. Запах приятный, с ароматом мяса и специй.